Картина «Сусанна и старцы» – вершина творчества Григория Игнатьевича Лапченко. На ней изображена Сусанна, еврейка из Вавилона, за которой, согласно Ветхому Завету, подглядывали в саду два старца во время ее прогулки, а затем, угрожая обвинить ее в прелюбодеянии с незнакомцем, пытались добиться взаимности. За непослушание она была обвинена и приговорена к смерти, но благодаря пророку Даниилу была спасена, а лжесвидетели уличены во лжи и казнены. Моделью для Сусанны художнику послужила итальянская красавица, дочь бедного винодела из Альбано, Виттория Кальдони, которая стала впоследствии и его женой. Она же позировала и Ивану. В письме художника в правление Императорской академии художеств из Рима, датированном 23 ноября 1831, сказано: «Я на месте моего пребывания написал картину, представляющую раздевающуюся Сусанну естественной величины». После возвращения из Италии художник подал прошение удостоить его по написанной картине звания академика. Совет Императорской академии художеств определил художника Лапченко удостоить звания академика и представить к утверждению общему собранию академии картину же его, изображающую Сусанну, вынести в список вещей академическому музею.